Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Tales of Iron. И судя по времени, я думаю, это скорее всего либо последняя, либо предпоследняя серия. Скорее всего, предпоследняя на самом деле. Потому что я так посмотрел, там где-то минут 40-50 еще играть. То есть это как раз у нас, ну, примерно минут по 25, как серия обычно идет. Вот, соответственно, чтобы не затягивать. Так как будто вообще хорошо. На самом деле тяжело-то сидеть 40-45 минут без движений, смотреть. Поэтому делаем по 20-25. Все вполне логично. Так, хорошо. Так, глянем, что к чему. Мы закончили на том, что у нас нашего брата Денниса уперла какая-то лягушка. При этом, заметь, позаботившись о нем, надев ему противогаз. И, собственно, почему мы ездили в Кротбург этот. Нам нужно было тоже противогаз. Кстати говоря, купить-то я его купил, а где он? Ну, тут столько ключей, блин. А, ну вот он. А, ну все, я так понимаю, он, видимо, его сам оденет, раз он у нас просто в инвентаре, а не в броне. То есть, скорее всего, оденет либо сам, либо там надо будет нажать. Ну, неважно. Суть в том, что это не инвентарь. Хм. Голос. Хе-хе-хе. Нормально. Фу, блин, какая гадость. Волос в глаз попал. Ай, конечно, ага. Оп, оп. Взрывайся, давай, я попрыгал. Оп, оп. Оп, оп. Оп, спокойно. Все хорошо, все нормально. Отлично. А, так, секунду. Это взял. Так, хорошо, ладно, пошли. У нас, в принципе, вроде все есть. Конечно, можно типа этих денег бы понабрать побольше, это шипы которые. Но что-то как-то так. Так, сюда, сюда, сюда. А, вот тут. Так, у меня все есть, противогаз, ты что там как? Я смотрю, ты вообще его задержал, так задержал. А, ну вот он типа и говорит. Ништяк, противогаз. Одевай. Мыша-слон. Пойдем. Пойдем, мышеслон. Опа. Эти устройства, очевидно, позволяют летать. Раньше был в восторге, если бы они висели на спинах лягушачьего туловища. Чего? А, если бы они не висели, наверное, да? А куда-то он собрался летать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да, ёшкин ты крот. Так, спокойно. А я ж не поменял на пистолет. Ладно. Это после арены так и не поменял. Вот тут сейчас пистолет был бы... Очень даже в тему. Ё-моё. Собака такая. А чё не бьём-то, слышь? Главное, стоит и не бьет. Да это ладно, слабенький он. Он уже весь желтый. Ну или зеленый какой-нибудь там. Он желто-зеленый весь. Лягушачьего света. Это ладно, это мелочевка. Вот, все, отлично. Кстати, я даже не гружу сейчас. У меня хорошая броня. У меня хорошая защита от лягушек. И как бы это... В целом все нормально. Единственное то, что плохо, что без пистолета я. Ладно. А мы где? Ну так чисто. А, мы тут вообще не были, да? Ага, понял. А нам вниз надо? Давай нам вниз не... О, как так не надо? Нам вниз надо. Прям надо. Смотри. А чё эта камера-то пониже не опускается? Нет, я про запас возьму это. Ж понимаю, это двуручка туда-сюда. Но нет. Нет. Пойдем. Чё за фигня? А, ну конечно, давай. О, я так понимаю, там какой-то босс, да? О, так, вот это сначала.
Блин, я хрен узнает, под кого лучше было попасть еще. И то хреново, на самом деле. А, все, завалили, да? Спокойно. Я, блин, с котом себя еще путаю. Так, на мана. Они теперь оба маленькие, и до этого-то путал иногда. А тут оба маленькие, и что-то как-то оба сейчас с хоботами. Блин, все ничего, мне нужно это что-нибудь попить. Спасибо. Прям респект. Ага, и пистолет заодно поменяем сейчас. Так, потому что лук штука хорошая, но нужен этот. Прям ружьем. Так, сейвимся. Эти мы сейчас найдем там где-нибудь пульки. Вот он! Слышь! Слишком поздно. С пристани Рейджи увидел корабли, а на нем своего брата, окруженного лягушками солдатами. Их мерзкого вождя нигде не было. Юный король обязан был их догнать. Ёптую за ногу. Слышь, ля жаба. Ля болото. А, ну да. Это я вообще офигенно придумал. Перед боссом поменять оружие, в котором нет патронов. Это просто офигенно. Кто бы знал. Ну ладно, ладно, что-нибудь придумаем. Не, броник реально спасает, хорошо вообще на ура. Ладно, у меня есть крот. Который... О, это плохо. Блин, подожди. Я привыкнуть пытаюсь. Блин, у меня есть крот, а у него есть вот это вот жабы-летуны. Да ё-моё. Надо, короче, срочно разбирать их. Отлично, один минус. Слишком много информации, слишком много все движутся. Нормально. Разбирайся. Да ёшкин ты крот. Все, надо забирать его. Да ты, бля, кому? Ты что такой шустрый, а? Ты ж старый дед. Дед пердун. Кто хрена? Надо выпить. Да твою мать. Сходить не дают скотина даже, смотри, что творит. Твою ж... Где ж патроны-то, когда они нужны? Ну это ж вообще западло ж было, ну кто ж знал-то? Садись, все. Намана. А Реджи не доверял шаманам. Однако мир оказался куда более загадочным, чем он говорил. Шамана уже нет, а вот ключ остался. Чего? Какой ключ? Ключ оставшийся от Шамуна. Похоже, он принадлежит кому-то. Кому-то там. Что-то тыкнул случайно. Так. Блин, веса больше, защиты меньше, про запас. Веса больше. Фигня. Защиты меньше, весь тот же. Короче, Фуфляндия. Вот то ли дело у меня. Не, погоди, знаешь что? Давай-ка мы сначала вернемся назад. Там у нас все было. И больше мы никуда не пойдем. У нас тут все есть. Зачем нам куда-то идти? Так, пьем. Не, ну в целом нормально. Единственное то, что он очень шустро передвигался туда-сюда, блин. Еще пацанов своих позвал. Мы с котом, конечно, вообще красавчики, ну блин. Ну блин, быстро это было. Слушай, а может быть и за одну серию мы закончим? Потому что я вот посмотрел, вроде как где-то в этом месте. Вроде бы как, да, в этом месте примерно. Минут 20-30 оставалось. Ну, в общем, посмотрим. Черепах здесь не встречали уже давно. Его отец говорил, что еще крысенком видел черепаху, но она не показалась ему старой. В конце концов, Реджи было почти 2 года. А могла ли черепаха прожить так долго? Нам 2 года?
А, это ему тогда было 2 года. Ладно. Пойдем, вот я могу. Это я пущу. Я думал, сейчас типа 2 года. Про запас. Про запас. Блин, столько веса он добавляет в ручке. Не. А, в смысле, подожди. Вот это что ли? Точно. А я думал там. А, благодарность за освобождение, черепаха предложила перевести героев через реку, вонючие лягушачьи земли, а также поделать историю о детстве отца Реджи. Да? Прикольно. А я сам не мог так? Ничего ты, слышь, аккуратнее, не гновоз ведешь. Да вообще, вода есть такое ощущение, что он его поил, просто берет и его так переставляет. Черепаха попрощалась с героями. Реджи попросил своего друга остаться у реки. Это была не его битва. Но Джей никогда не бросил бы товарища в беде. Он сказал, что Реджи ему теперь все равно, что брат. И чё? Оружие дашь? А, он не бросил, да? Ну и хорошо. Я думал, нам типа этот, типа ты мне как брат, но я тебя типа это в любом случае это покину, бла-бла-бла. Нет, что молодец. Так, садимся. Я так понимаю, это где-то последние битвы, видимо, но это не точно. Реджи ждал увидеть что-то столь же мерзкое, как и все лягушачьи отродья. Но как ни странно, в лягушачьих землях он почувствовал себя как дома. Но только воняло там ужасно. А, смотри, то же самое, только лягушки. А чё вы, волки позорные, на нас напали там? Вот, бляха, муха, нормально жили бы в мире совместном. А вы, блин, черти. Вон, рогатые ходите. Да по-любому тут у них этот, король какой-нибудь урод. А, веса меньше, защиты меньше. Ну, давай использовать. Чутка облегчим себе. Совсем чуть-чуть. Так. Пойдем. Здесь виднелись те же трубы, что и на станции 24-7. Очевидно, именно по ним и наступали лягушки. Джей был в ярости от того, что конструкцию, созданную для защиты котов, использовали в военных целях. Так, засейвимся. А мы где? Подожди. А, ну, в принципе, да, вот, я так понимаю, ну, так дофига еще, конечно. Я так понимаю, что вот мы уже и подходим, в принципе, к боссу. Что дальше уже и просто идти некуда. Понятное дело, что-то не без боев будет. Нам. Давай вот это сейчас уберем. Чтоб... Зараза, не мешался. А он мешается. Давай, стреляй по нему. Крот, давай в упор, дробогана. Ты чё творишь? Во, хорош. Ты чё? Могут дробовичка к нему шатнуть. Вес меньше, защиты меньше. Нет, про запас. Пойдем. Ай, блин, сейчас стыд будет стрелять по мне, да? Не, ну так я, слушай, хорошо его с пистолета, я смотрю, подранил, вообще офигенно так-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно. Но этого мало. А, нет, слушай, нормально. Не, слушай, с пистолета ему, походу, половину хп снял. О, это вот тут уже серьезно. Давай-ка я возьму. Сколько у меня сейчас вообще веса, в принципе? Да хера, да хера. Ну, смотри, за 2 удара ложат, в принципе, нормально. Так, надо хряпнуть. Я не понимаю, как он пьет через этот. Но как-то пьет. Так, ага. Патрончики взяли. Так, с очка взяли.
Не знаю, возможно, я и зря. Возможно, 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 зря. А в смысле? Твою мать. Понятно? Не, ну кстати, шутера штука очень. Это я зря сделал. Я прям себя в угол загнал. Так, надо побухать. Так, бухнули, бухнули, бухнули. Хорошо. Блок. Бьем. Ну, да, слушай, броня хорошая. Все, сломали челюсть. Мы ему реально челюсть вынесли, смотри-ка. Ты где? Ах ты ж падла. Ой. Подожди, да нос у меня зачесал, я бы его добил бы. Да это ладно, это мелочи. Просто нос зачесался. Зараза, я не смог на круг нажать. Так, ага, пульки есть. Мало пулик, еще на пулик. Блин. Да нет, слушай, нормально. Она довольно шустро вот это вот получается, этот, скажи мне, я скажу там. Так, попить сюда. Довольно шустрый топор получается, поэтому вполне себе реально с ним что-то сделать. Ну-ка давай, дополни, ага, нормально, пойдем. Жить можно. Ёптыть. Блин. Ты знаешь, что творят? Да ёшкин ты крот. Вообще беспределят. А их две штуки, так она сложна. Надо вот так сделать. Так, надо еще попить. Это реально так-то жестко. Да развернись. Три удара. Три удара он развернуться не мог. Все, минус. Да нет, зашатаем, зашатаем. А, может и нет. Да уйди ты. Ну ладно, с одним этим попроще уже. Хотя тоже не супер. Да ё-моё. А, слушай, это какие-то неправильные. Так, пойдем, давай попьем. Ах ты падла. Блин, вот когда их так много, это тоже ни о чем. А, хотя потому что уже рука устает курок нажимать. А все, пить ничего. Блин. Да реально уже устал. Вот так у меня руки, блин, и тот палец. Сколько нажимать-то можно? Просто устал, устали руки уже нажимать. Уже палец подклинивать начала. Не подклинивать, это вообще издевательство. Я думал, с ними вообще на изи. А они какие-то, блин, хп у них вообще нереально просто. А чё, Реджи, ну ёб твою за ногу. Ну кто так делает, а ну в самом деле. Ну я-то думал, ты там хоть вперед маленько подпрыгишь. Вот как они ж подпрыгивают вперед, между прочим. Ну так, на секундочку. Блин. Спокойно. Да вот и когда двое, тут с одним-то хрен справишься, а тут их еще и двое. Отлично. Так, давай вот эти. Я успел, успел. Все, кончилось счастье. Блин, столько жопа.
Мне нужно одну вот так вот в уголок. Ага. Где я вообще? Вот он я. Хрен различишь. Все зеленое. Все маленькое. А, вот одну заминусовали, отлично. Ну сейчас пофигу. Во, нормально. Разделил хорошо. Да твою мать! Во сколько тут будет-то сегодня? До второго пришествия будете вылазить? Да-то я уже отвечаю, блин, это уже какой-то охереть просто. Давай, добивай. Да упрыгай, говорю уже. Да твою мать, блин. Тут слов нет, одни маты. Где я? Какой из них я? Вот он я. Тут просто еще непонятно, блин, где я уже. Тут настолько все запуталось, и за этими трупами ни хера не видно, что просто жесть. Ну вот, все. Да это капец какой-то, блин. Не, и уже на самом деле прикольно. Вот иногда вот, знаешь, вот идешь, вот прям такие уже перегибы, мне кажется, местами есть. Что иногда их не надо делать. Давайте, что на меня сразу 50 лягушек одновременно запустим. Чего нет-то? По статистике, по теории вероятности, вернее, я, наверное, когда-нибудь там, конечно, пройду их через 10 миллионов лет, блин. Просто, ну, вот я считаю, вот такие вот, мне кажется, уже явно лишние. Когда с одним боссом ты выгадываешь тактику, там, пытаешься его пройти и так далее, ладно. Когда тебя тупо со всех сторон прут, и ты, не знаю, там, каким-то чудом пытаешься вернуться, но это уже не тактика, ничего, это просто дебилизм какой-то. И мне вот это не нравится такое в играх. Так, это хорошо. Так, а это он засейвился, нет? Подожди, я подойду засейвлюсь, пошло оно в задницу, все, я эти приколы знаю. Сейчас опять где-нибудь там по нелепой случайности помрем и опять с ними драться, нафиг не хочу. 5 рыл, блин, бронированных. КП нет, ничего не показывается, нафиг надо. Засейвимся. Пойдем. Давай, наверное, мы сегодня постараемся, наверное, пройти. Пускай... Мы знаешь, как сделаем? Вот так вот. Мы сейчас ее доиграем. Если вдруг оно оборвется, то, значит, она была длинная, я разбил на две части. Во. А если нет, то как бы это хорошо. Ну, мне кажется... Раз, два... Ну, так-то да, может... Если вот на каждом сейчас вот это и будет, локация вот такая ерунда, то вполне может оказаться, что мы сегодня не пройдем ее. Ну, или за эту серию. Да нет, слушай, нормальненько, он пинает так неплохо. Вот этим молотком мне нравится. Главное тут курок отпускать полностью. А, в клетке, как какие-то черви, рейджи... Не донит. Я в тебя верю, ты умеешь читать. А у меня тут опять жабы повылазили. Ну реально, блин, капец. Даже прочитать никогда. Хоть бы паузу делали, что ли. А то получается, я сюжет не успеваю. А интересно же. Что-то они под кейс, смотрю, вообще... Да твою-то мать! Подкинь что-то вообще, блин, этот, разрабы, смотрю, тут лютовать начали, смотри. А в смысле? На-на! Ну, конечно, ага. А зари их уже! А, он их взрывает в итоге тоже. Нормально тогда. Он их ранит. Тогда хорошо. Я думал, не ранит. Так. Отлично. Не, ну он, кстати, в этот раз нормально. Ты вот смотри, как получилось, сыграли. Даже почти не поранили нас. Эй, подожди. Там были, по-моему, стрелы. Возьми, лучше там был точно... Да, вот стрелы. И точно был сейф. Давай вот так сделаем. Стрелы возьмем.
сейв сделаем. Пойдем дальше драться. Слушай, а нафига я противогазе до сих пор? Эти же он сидят без противогаза и нормально. Черт, сейчас начнется. Давай, знаешь, как сделано? Отстреливаем по максимуму, кого успеем. А дальше по ситуации. Так. Вот этих надо заминусовать. Это по мне, да? Так. Кончились патроны. Красавчик. Только хотел сказать, кончились патроны, блин. Этот влабешник ему нормально дал. Вообще устраивает, красавец. Не, Крот вообще молодца, просто вообще. Респект ему. Крот вообще, блин, друган, братан, почти сестра, отвечаю. Да пофигу, так наковыряем. Подожди. Да ты задрал. Долго еще прыгать будешь? Моя очередь. Надо. Хе-хе-хе, хорош. Да, слушай, разрабы вообще что-то лютуют прям. Они, знаешь, они берут не качеством, они берут количеством. Не, с другой стороны, у нас и броня, в принципе, крутая. Ты смотри, как сейчас удар-то вообще держим по полной. Если до этого нас просто, блин, шатали, то сейчас вообще прям это... Прям хорошо-хорошо. Ага, я так понимаю, там, наверное, надо бы этот... Да, Реджи, ну что ты, вверху же лестница, что ты на нее не прыгаешь? Так, лезем сюда. Это я понимаю, что ломать, но пока что не это. Я хочу... Так, стоп. Да. У меня такое ощущение, что его еще по инерции тащит вперед. Типа, когда броня тяжелая или что там. А, ну да, а, нет, не ломать, нужно этот. Во-первых, наполнить. Во-вторых, открыть, я понял. Не, ну в принципе-то что? Я бы и сломал. Не делов-то. А, вот о чем они ловили крыс. Вот что я давал их шаманы. А, для его безумных опытов. Сегодня. Ребят, я ж пошутил насчет, давайте 50 штук мне и этот. Меня разрабы услышали, когда я сказал, что давай, что уж, 50 штук-то, помнишь? Сразу одновременно врагов. А, да. А, вот открылось, да? Отлично. Так. Ну, шаман так-то вообще урод. Так мне, получается, нужно вождя и шамана убить. Это есть, это собираем. Набирай, набирай. На мана. А, во, отлично, вот мне нужно прям. Плохо, что патронтаж маленький. Было бы, конечно... Классно, не 8. Смотри, меня сейчас диктовать будут. А, нет, нормально. Я думал, сейчас будут диктовать мне, что в тяжелой броне ты сюда не допрыгнешь, типа, и драться тебе надо в легкой. Хотя, кто его знает, может, она реально лучше в легкой, как тогда с комаром там, например, когда нужно было на скорости. А, шаман прятался в своей мастерской, где было его тот, который он пытался. Все. Проехали. Твою за ногу. На мана. Ты что творишь-то, а? Давай как-то поспокойней, поразмеренней. Не, ну в целом сойдет, конечно. Но это жесть. Что ж там от босса-то ждать? Вся херня, мы сейчас еще после этой игры, походу, в Dark Souls пойдем играть. Сейчас я тут натренируюсь, скилл себе подниму. Потом спидран сразу. В Dark Souls устроим. Понятия не имею, что там делать. Пить никогда. В смысле?
Пей. Да ты приземлись на землю! Наконец-то. Все, давай, я тут заколебал уже, ну, в самом деле. Фу. А чуть-чуть осталось добить, а он никак не приземлится. Не достать его. Жестокие эксперименты шамана завершились с клубами вонючего зловещего вони, дыма. Тронный зал вождя был уже наверняка близок. Раз вождь положил этому начало, значит, его расколотый череп должен положить этот конец. А я поддерживаю. Ты смотри, он голу... А, ну это... Слушай, а так, а может это склеп зомби-то они и были? Так, во-первых, мне нужно вот это. Во-вторых, мне бы, конечно, стрел. Ну так, чисто. Чтобы уж что мелочиться-то. Ну да, ага. Дадут мне стрел, жди, надейся. Аж 3 раза. Догонят, еще дадут. Ну да, слушай, это походу конец. А, что за извращенное предсказание кротехнологий? Рыжий ужас застыл, но от одного вида скрипящей шестернями. Ёб твою! Ёшкин крот! Кроты, вы что там натворили-то, слышь? Да это вообще жуть какая-то. А чё, он помер, что ли? Нашел время. Черт, не успела. А все? Кончилось счастье? Ё-моё. Не, мы в этой серии точно ни хрена успеем. Отвечаю. Если мне, у меня уже вот так разносит какой-то железный жаб этот. А в смысле, ёптыть? Я ж нажал. Да я ж нажал все! Тут, короче, вблизи надо держаться, я понял. Ага. Спокойно. А может и не надо? На, прикурили мы. А, нам тут, дай бог, за эту серию бы закончить. Ну, надо прям вообще вплотную с ним стоять, я понял. Реджи, не замахивайся, я тебя умоляю. Просто бей. Ладно, давай так. Надо вот так бить. Держим. Он это и замахивается, потому что она на курок сделана. И курок нужно прям вообще полностью-полностью прям отпускать. Иначе получается... Ах ты, падла. Иначе получается фигня полная. Если я полностью курок не отпускаю, то... А ты в смысле это сюда приземлился, слышишь? То получается он как будто замахивается. А с... Ой-ой-ой, подожди, да это... Надо попить. А ты, бляха-муха, ты охренела, что ли? Да ты прикинь, что творит. Ах. Я возмущен. Так, сдавайся, давай. Попить даже не дают. А в него, короче, надо вообще прям вплотную стоять всегда. Ну, кроме вот таких ситуаций, когда он взлетает, там надо упрыгивать нахрен. Да ее. Пофиг. А в смысле, подожди. Ну вот он, видишь, как-то непонятно. Так. Так. Главное прям вообще плотничком стоять, тогда нормально. Тогда жить можно. Прям в нем. Вот это вот, вот видишь, он иногда вот так вот быстро ходит почему-то, стрелять начинает. А иногда вот как-то это.
Вот иногда вот это он делает, мне вот не нравится это. Ага, нормально. Бьем. Да я ж нажал! Ай-ой, не то. Я кнопку перепутал, прикинь. Блок с этим. Это вообще плохо было. Пьем. Блок. Пьем. А нечего пить! Это плохо. Черт! Давай чуть! Отлично! А! Это ж наш брательник, ёптыть! А, веса больше, про запас. Нифига он! Типа туда. А я не хочу типа туда. Мне было больно. В общем, я... Сейчас посмотрю, если мы сейчас быстро вальнем, это получается про эту серию пойдет. Прицепом. А все, нечего пить-то. Стой. А, там есть все, нормально. Там вообще все есть. Да, вот сейчас, походу, финальный босс будет. Так, наливаем. Отлично. Стой, подожди, набираем. Так. Сейвимся. И вот теперь пошли. Ой. Ну, я так понимаю, да, тронный зал уже сейчас будет махач. Прям жесткий, наверное. Вот, смотри, Колян стоит, сидит, курит. Даже среди зловония и гучей слизи, запаха смерти было приятно сражаться бок о бок с братом. Ну да. Бардак зеленый, убийца королей и вождей. Да, это я. Это что-то. Что-то это жесткач начинается, подожди. Сейчас у него 33 фазы еще будут, подожди. Начнется. Намана. Во-во! Спокойно. Я читать не буду. Не может, я не хочу, потому что времени нет. Че, он брата убил или че? Блин, ладно, в комментариях потом посмотрю. Даже не в комментариях, я в монтаже это посмотрю. Ты смотри-ка, нифига, он что там. Намана. Жесть. Ах ты падла. Да ешкин крот. Пьем. Хренак. Пьем. Хорош. На. Ай, черт. Добивай! Давай. Один. Хорош. Все. Ху, ты смотри, в принципе, за 6 минут справились. Серия 6-минутная, это что-то новое. Нет, я все-таки это туда перекреплю, пускай она будет это. Я понимаю, сейчас концовка туда-сюда. А вождь мертв, а королевство спасено. Но какое это имеет значение, если брата больше нет? Ну да, он убил брата, блин. Ну, как бы это все равно большое значение. Как минимум, потому что ты других братьев спас и... Других мых спас, у которых братья также есть. А, в смысле? А, ну. А, так он жив. Хе-хе, красавчик. Зачем? Зачем? А, нет, это нормально. Типа, кто там, блин, забыл? Алая крепость наша. Забыл. Пойдем. А, это типа корона этой, лягушатников. Все! Все, я теперь главный. А, крысы ликовали и радовались возвращению своего короля. Они давно приготовили тронный зал с коронацией Реджи. Уверены, что он придет с победой. Красавчики.
А для Реджи эта победа была горькой. Он проявил себя как герой, но обошлось это ему намного дороже золота. В смысле? Брат же цел, все нормально. Ты смотри, они в нас верили до конца, в меня верили. Ой, красавчики, респект, им уважуха за это. То есть, фактически, вот мы пошли там, в чужое королевство. Прям вот битва с королем, там, который всех нас вырезал. Всех мышей. И победили. И все равно они нас верили, что мы придем, вернемся, победим. Хотя с детства нас тут кошеряли, эти малыши. Поле для испытаний. Вот где все началось. Чего? В смысле? А! Чего вправо-то побежал? Да ё-моё. Да он в ту сторону, по-моему, повернут был, нет? Я потому и пошел туда вправо. А, ну вот, пойдем. Здрасте. Ой! Хорошо как. Хе-хе-хе, мне очень приятно. Дономона! Давай тоже! Все, респект не уважуха. А, ну да, коронация. Сейчас, ай, блин, ну ладно. Зацелиться хотел. Так, давай рассказывай, что там. А ты где? Слышь, караульный, ты почему там-то был? Косяк. Подготовились они, блин. Ладно, ну-ка давай. Типа, корона, тебе на башку. Уши прижми. На, снимай свой нафиг этот попугайский этот наряд. Ну, как сказать, в принципе, наверное, можно уже снять доспехи, одеть мантию короля, взять крутой блатной... А, нифига, смотри-ка. Ну, нормальный меч, и двуручный тоже крутой. И королевский щит, ну, чуть похуже, мой лучше было. Так начался настоящий золотой век. Теперь, когда угроза войны с лягушками миновала, крысы вместе с кротами отстроили новое королевство, полное чудес, промышленности и паровых технологий. Но это, как говорится, совсем другая хвастория. Красавчики. Не, реально прикольно. Так, а что тут? Как-то это можно типа пропустить, чтобы... может там какая-нибудь игра будет в конце, нет? Продолжение, что там, побочные миссии, там же этих надо завалить. Нет, на самом деле, игрушка просто огонь. Реально, игрушка огонь. В том плане, что тут очень грамотно поставлена и боевка, в принципе, и какая-то стратегия есть уникальная для своих каждого монстра. То есть тут не получится так, что просто берешь, лупишь. То есть не прокатит такое. Тут действительно есть стратегия, и все. При этом стратегия зависит от того, какую ты шмотку одеваешь. Легкая, сложная, вес и так далее. Блин, вообще молодцы. Огонь, просто огонь. Игрушка вообще зашла. Были моменты, да, где нужно было побомбить, где прям бомбило. Ну, блин. Как она была хороша игра-то, а? Бомбежка она приятная, просто была приятная бомбежка вот эта. Что не потому что тупость какую-то еще что-то, а потому что сделано так, что это можно пройти, но это прям нужно постараться. В общем, мне вообще... А, во, можно пропустить когда? На любую кнопочку. Давай полистаем, может побыстрее, может что-нибудь в конце там будет. В общем, игрушка вообще дико понравилась. Я, наверное, вот это вот, эти 10 минут... Я прикручу 11, да, я смотрю. Прикручу, наверное, к конце той серии, поэтому, в принципе, сильно не удивляйся, что там что-то где-то смонтировано и так далее. То есть ты, я тебе в конце объясняю, как бы, как оно делается, ты лучше меня это знаешь, правда? Вот, но тем не менее. Вот, в общем, будем ждать, может, вторая какая-нибудь часть будет. Но, судя по тому, что игрушка вышла вот только-только-только буквально, ну, когда вот мы ее начали, там, начали-то спустя, по-моему, неделю, что ли, играть, как она вышла. Меньше ли... Я так понял, она вот буквально релиз, и мне посоветовали, сразу начали играть. Вот, и это вот мы почти каждый день играли, и недельки две, да, заняла? Сколько у нас серия-то, какая-то у меня? 15-я, 16-я, не помню. Вот, в общем, блин, я думаю, вторую часть нам ждать еще, ой, как долго. А если все нормально, то может быть годик. Может быть 2 года, если она вообще в принципе будет. Но судя по тому, как она вот, какая получилась, мне кажется, вторая часть будет. Потому что, ну не знаю... Мне кажется, она должна зайти многим. Как-то так. Так, ну, что-нибудь нет. Ну все, царь во дворца это. Одержав главную победу, Рейндж задумался, не осталось ли у него невыполнимых задач или неповерженных врагов? Надо бы проверить. Да по-любому будет вторая часть.
А, нет, типа, можете продолжать играть, у нас же этот. А, погодите, ну-ка, а у меня там, а у меня чертежей-то нету. Ну так, чисто посмотреть. Ну да, он у нас, по сути-то, осталось-то вот. Да. Мы вроде как все сделали, даже все побочки. У нас тут только одна побочка осталась, это вот этих вот, завалить двух братцев. Но я не хочу заморачиваться уже, как бы... Не вижу в этом смысла, можно, но не вижу. Хотя, с другой стороны, знаешь, в чем? Ну, это болото и так далее, но... А, там, знаешь, еще моменты такие были. У нас же и на других, вот там, в деревне, еще где-то, в принципе, есть вот эти вот места, которые были с этим. Ой, с ядом. Можно, конечно, там пошариться, но я уже это не вижу смысла, это ты уж сам, наверное, погоняешь. А мы на этом, наверное, пока заканчиваем. Игрушка прям вообще огонь прям зашла. В общем, на этом все. А, игра понравилась. Большой палец вверх, оставляй комментарий и подписывайся на канал, если еще не подписан. А мы продолжаем другие игрушки, пока посмотрим, какие, пока еще не знаю. На этом все. Всем удачи, всем пока.